Напомню, мониторинг угодий ведет Россельхознадзор. Они проверяют плантации, на которых выращивают чай, орехи, плодовые культуры. В настоящее время проверено Россельхознадзором 26 участков площадью 315 гектар. Проверки по трем чайным предприятиям продолжаются Россельхознадзором. Это составляет 41 участок. И по одному хозяйству 18 участков. Проверка Россельхознадзором начнется 10 февраля. Первые результаты проверок уже есть. Так, предприятие «Дагомысчай» и его руководитель по результатам внеплановой проверки привлечены к административной ответственности за несоблюдение земельного законодательства. Теперь выявленные нарушения собственник обязан устранить. В противном случае за неэффективное и нецелевое использование земель неразивым предпринимателям грозят штрафы от 400 до 700 тысяч рублей. Крайняя мера – это расторжение договора аренды с собственниками. Такие угодья будут передаваться более ответственным предпринимателям, тем более, что желающих заниматься сельским хозяйством в Сочи становится все больше.